Эй, всем привет, друзья! Ну что, как ваше ничего? Надеюсь, что все так же отлично, а мы продолжаем изучать рекомендации от вас. Так уж совпало, что эта рекомендация является относительно новиночкой. Всего лишь 2 недели прошло. Фух, что эти 2 недели? Группа Pale Face со своим новым треком и клипом. Мы с вами немножечко погрустили в обед, ну или зарядились относительно энергии. А сейчас, мне кажется, настало время уйти в отрыв перед сном, если вы находитесь в центральных районах. И, конечно же, проснуться, если вы находитесь на Дальнем Востоке, родненькие вы мои. Так что сейчас мы, короче, будем смотреть. Я думаю, дико обалдевать. Pale Face, Dead Man's Diary. Я нажимаю на play. Вы нажимаете на полный экран, и мы ехаем. Пока как-то даже безобидно. Yo, bro, what's up? Ну, это всегда может быть ловушка, да? Оу май. What the fuck? Yo, Sidi, can you hear me? Sidi! Хо-хо-хо! Ой-ой-ой-ой-ой. Это будет лютое мясо, да? Воу. Что-то пока не понял. У меня ощущение было, что сейчас будет битдаун сразу. Чанг пошел. Боже. Або, я не продержусь. Это очень круто. Если еще он загутуралит, я вообще обалдею. Опа. Охренеть! Друзья, рэпкор наш и все. Это прям любовь. Мешанина и New Metal и Beatdown и хардкор. Это что такое? Куда убежал? Вернись.
Bring us a slide away, then burn your feet for me. Then knife your stuff down. Then save our every time you live in me. Сейчас, походу, будет самый лютый. Да почему я никогда не угадываю? Ну как же без огней? Это чё сейчас было? Вот это, друзья, я называю лютый замес. Я прям дико кайфаную-то. Признаюсь, между нами, я об этой группе никогда раньше ничего не слышал. Но это ведь останется между нами, да? Я правильно понимаю, да? Мы тут как бы все родненькие. Это нереально круто. Это... Подождите. Не, я ожидал, что нас ждет, конечно, вот такой вот наижирнющий трек. Но чтобы прям так, я... Слушайте, это очень неожиданно. Я понимаю, когда я нахожу какие-то группы, которые так или иначе я раньше слышал, и такой, о, ребята прикольно подросли, там прикольно изменились и так далее. Но когда вы что-то рекомендуете, я слышу это первый раз... И вот такое вот мясо, ну я не знаю, это прям как-то... Кто вы вообще такие? Откуда вы знаете такие группы? Короче, огромный лайкос. Я, если честно, даже особо говорить о чем-то не хочу, потому что это слышно. Вы это слышали вместе со мной, вы это слышали до меня. Вы это будете слушать после меня, я почти уверен. Это очень... Очень жирно. Я, пожалуй, послушаю еще пару раз. А пока, друзья, не теряйтесь. Пишите свое мнение, что думаете о композиции. Как вам трек? Какие работы еще от данной группы точно стоит посмотреть и послушать? Не сваливаемся. И какие работы, по вашему мнению, вообще являются одним из самых лучших у этих парней? Обязательно пишите, давайте пообщаемся. Расскажите мне что-нибудь интересное, я с удовольствием прочитаю, и мы с вами обязательно подискутируем. Ну и, конечно же, я говорю вам огромное спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравилась реакция, понравилось само видео. Обязательно все это пишите и не забывайте писать свои рекомендации. Вы видите, как мы тут с вами офигеваем порой от того, что вы пишете, и это очень круто. Я прям так преисполняюсь, и каждый раз, когда вижу от вас новый комментарий, сердце мое дрожит, потому что я чувствую, что там будет лютая годнота. Ну и, конечно же, друзья, еще раз говорю вам пока-пока, до скорых встреч, далеко не уходите. Ну и, конечно же, уже по классике. Люблю, целую.